Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия уроков для начинающих садоводов и огородников. 2 недели назад я снимала видео, как вырастить здоровую и крепкую рассаду. Вот сегодня пришла показать, какие у меня появились дружные всходы. Сеяла я, напомню, в холодной теплице, в неотапливаемой. И мало того, что она неотапливаемая, она у меня сломанная. У нас потому, что она под снегом провалилась много лет назад. Вот видите, все в дырках. И для других теплолюбивых культур она не подходит. Но на ранних сроках выращивать капусту вот в таких условиях прекрасно. Вот они, дружные всходы. Это будет та самая здоровая, закаленная, крепкая рассада капусты, выращенная вот в таких холодных условиях. Сейчас я даже дверь в теплице не закрываю. Что делать с ней дальше? Теперь мы будем ждать, извините, когда появится 1-2 листа, и ее нужно распикировать. До этого ее можно прорезать, но я прореживать не буду, я ее буду пикировать. Все, она мне вся пригодится. Пикировать можно в лоточки, в стаканчики, я в открытый грунт. Если кто-то хочет, можно сразу высадить в открытый грунт, и уже будет там расти нормальная капуста. Капуста любит холод, и только в холодных условиях будет здоровая крепкая рассада. Вот вы видите этому подтверждение, то, что на улице, а не дома, я вырастила рассаду, взошла быстро, вся она дружная, хорошая. О посевах, о выращивании рассады у меня есть статья на странице в Одноклассниках у меня. Заходите, кому вот в видео мало бывает, что какие-то вопросы возникают, почти на все вопросы найдете ответы в статьях. Набираете в Одноклассниках. Чернова Ольга, 56 лет, город Бийск, Алтайский край, все. Там не только про капусту, про всякие сорта томатов, про цветы. Читайте, изучайте, учитесь выращивать здоровую, крепкую рассаду и получать хорошие, богатые урожаи. Я вам постараюсь в этом помочь. Все, до свидания.